Ну, наверное, хочется извиниться за вот эти поражения, потому что, ну, не знаю, как сказать, много так можно наговорить по горячим следам, но там как бы не хочется. Какое-то командное затмение начала матча, что в Оренбурге, что здесь, связано с настроем, наверное, нет. Может быть, наоборот, перегорели, потому что все очень хотят, очень настроены. Значит, может быть, где-то не сумели раскрепостить, расслабить. Тоже такой общекомандный опыт. Но что касается сегодняшней игры, ну, можно много говорить, но знаете как, честно говоря, такая игра, соперник не поставил ни одной задачи нам, вообще никакой, ни атаки, ни прессинга, ни... мы совсем легко справлялись. Мы, наверное, сегодня побили наш рекорд по доставкам в штрафную, по ударам, по, я не знаю, по передачам в штрафную, по навесам, по прострелам, но, к сожалению, мяч не шел в ворота. Какое-то командное затмение и плюс, наверное, из-за этого мандража, возможно, да, технический брак такой очень большой отсюда, наверное, и такая и неуверенность потом, и поэтому такие поражения. Хотя пытались и в первом тайме, и во втором тайме, и упрекнуть команду не в чем в плане физической готовности, в плане самоотдачи, в плане того, что желание, в плане того, что бежали и боролись, бились, хотели. Но еще раз говорю, наверное, технический брак сегодня был зашкаливал. Сегодня была ротация состава, в частности, появился в воротах Сысуев, и Диф вышел в основном составе. С чем это было связано? Ну, кадровые проблемы. Во-первых, 4 центральных полузащитника сегодня участвовали по разным причинам. Плюс единственный футболист у нас Лемичик, поэтому и Сысуева поставили в ворота. Не смотрел голы, там второй гол, ошибка, не ошибка. Работы не было, по большому счету, вообще никакой. Поэтому оценить его игру сложно. Но вот с этим и связано. 3 тура впереди, борьба еще не закончена. О, знаете, я не прогнозист. Знаете, всегда говорю, мы готовимся к следующей игре. Мы не должны проигрывать в таких матчах, не на выезде, не особенно дома, да, еще раз говорю, не должны проигрывать. И я уверен, не будем в дальнейшем.